С 1 по 3 марта в МГППУ проходила проектно-аналитическая сессия в рамках реализации программы развития «Приоритет-2030». Эксперты в ГАНу «Социоцентр» Галина Сергеевна Евтина, Виталий Викторович Олещенко, Маргарита Андреевна Спасская и представители МГППУ проработали ключевые вопросы реализации стратегии развития и трансформации университета. В первый день работы проектно-аналитической сессии ректор МГППУ Аркадий Аронович Марголис представил целевую модель развития университета. Проректор по профессиональному образованию Анжела Анатольевна Дробяська и проректор по воспитательной и социально-психологической работе Олеся Валентиновна Вихрестюк рассказали о ключевых результатах и эффектах реализации политик развития университета и ходе их реализации. Эксперты в ГАНу «Социоцентр» посетили ключевые научные площадки МГППУ «МЭК-центр», Институт экспериментальной психологии, «Демо-класс», площадка проведения демонстрационного профессионального экзамена и Университетский многопрофильный психологический центр. В течение последующих дней участники сессии анализировали результаты текущего этапа реализации программы развития университета, работали над выяснением барьеров развития и проектировали следующие шаги. Разработки участников проектно-аналитической сессии стали основой для дальнейшей эффективной реализации в МГППУ программы развития «Приоритет-2030».